Программа Apollo Engineering. Передаю данные для высшего руководства. Опыты над динозаврами проходят успешно, согласно всем директивам. Получены первые гиперы. Также на основе материалов мы создаем первые подконтрольные дроны. Согласно первой фазе, мы приступаем ко второй секретной разработке «Генерация 2». Так как на острове команды наемников обнаружили следы древней человекоподобной расы, наемники производят отлов каннибалов и проводятся соответствующие опыты. К сожалению, без жертв не обходится. Также команда ученых обнаружила еще один остров неподалеку. Мы дали название ему «Гэтвей». На нем обнаружены также динозавры и много новых элементов. Держу в курсе все руководство Apollo Engineering. Фаза 6. Возможно, скоро будет открыта. Секретная запись, код 5.